Здравствуйте! В эфире передача «Спорт номер один». С вами я, Алена Осипова. И начнем с главного. В последний день мая астраханский «Волгарь», победив на выезде в Махачкале «Дагдизель» со счетом 2-1, обеспечил себе досрочный выход в футбольную национальную лигу. Незадолго до финиша этого непростого и важного сезона мы решили поближе познакомиться с теми, кто помог команде триумфально вернуться в первый дивизион. А тех, для кого футбол – это не просто игра, а смысл всей их жизни, о их целях, планах и самых интересных фактах. Они из разных городов, с непохожими судьбами, со своими целями и планами. Они такие разные, но объединяет их одно – безумная и страстная любовь к футболу. Увлечение с детства, переросшее в нечто большее, в мечту и цель всей жизни. Одна команда, одна большая семья. Сколько таких семей у футболиста за всю его спортивную жизнь. Но сегодня именно «Волгарь» для них – второй дом, малая футбольная родина. Футбол – это тоже своего рода такая шахматная игра. Вот вы согласны с этим? Я согласен, абсолютно. Умная игра – это понимают футболисты, понимают специалисты, но не понимают зрители-обыватели, так сказать, которые думают, что там 22 человека догоняют один мяч и глубоко не смотрят в эту игру. А это, если посмотреть тренировку, если посмотреть любую игру, это на самом деле очень умная игра. И что касается защитников, что касается полузащитников, что касается вратаря и нападающих. А мысль тренера, она тоже видна. Старший тренер «Волжан» Андроник Бабаян пришел в мир футбола в раннем детстве. Семья моя футбольная. И мой отец футбол играл, и мой дядя футбол играл. И когда мне было только 7 лет, наверное, меня привели уже заниматься. А до этого я регулярно ходил на матчи, где отец играл, регулярно посещал другие матчи, которые были. Я родом из Минвод, которые были в близлежащих городах, и где было интересно смотреть, меня везде возили. И то есть, как бы тут сам Бог велел мне быть футболистом. Я ни на одну секунду не жалею, что я футболист, и ни на одну секунду не жалею, что я тренер. То есть это моя жизнь, и я очень счастлив, что я имею возможность работать и дышать этим кислородом футбольным. А вот защитник «Волгаря» Сергей Зуйков в футбол пришел не с первого раза. Больше родители хотели, чтобы я занимался футболом. Вот, поэтому пришел, но так больше дурака валял, там бегал с ребятами, пинал мяч. Через 2 недели подошел тренер, сказал то, что ваш ребенок не будет, скорее всего, в футбол играть, и нету смысла ходить ему в эту секцию. Однако через некоторое время отец снова привел Сергея на футбол, после чего желание у парня заиграло вовсю. Сегодня Сергей Зуйков является одним из перспективных российских защитников. А это еще один столб обороны «Волгаря» Александр Жиров. Ему хорошо запомнился первый день в футболе. На тренировку он пришел не в спортивном костюме, как все остальные. Думали, что как бы будет торжественно что-то, и меня одели как бы как на 1 сентября. То есть мне пришлось бегать как бы в туфлях и в брюках, в рубашке. Александр признается, самую важную роль в его спортивной карьере сыграл его дедушка. Он как бы старался, чтобы я занимался спортом, чтобы вел активный образ жизни. Как бы вот в этом плане он на меня больше повлиял, что он забыл, чтобы меня отдали в спортивную секцию. Что касается лучшего бомбардира зоны «Юг» Сергея Веркашанского, то для него футбол – любовь с первого взгляда. Изначально как понравилось, круглый мяч, зеленое поле, и как бы сразу загорелся. Не пожалел ни капли, что занимаюсь этим делом. Моя любимая работа, которая доставляет мне удовольствие. Наверное, когда первый раз пришел мяч, мне дали и начал заниматься. Первое касание мяча, скорее всего, это самый счастливый был. А это воспитанник астраханского футбола Андрей Зенин. На поле он пока появляется не так часто, но уже успел отметиться голом. Первый мяч за основу «Волгаря» Андрей посвятил своей семье. Я думаю, каждый футболист скажет, что футбол для него – это жизнь. Без футбола, без тренировок смысла даже не вижу в жизни, поскольку день отдыха – это уже какая-то нагрузка, что ли. И как ты себя чувствуешь не в своей тарелке. А вот Денис Кириленко в своей тарелке всегда, пока за него переживают его главные болельщики – семья. Сегодня вся семья Дениса – фанаты астраханского «Волгаря». Моя любимая команда – та, за которую я выступаю. У меня нет каких-то предпочтений определенных, к «Реалу» или «Барселоне», или еще каким-то «Челси». Я люблю красивый футбол, а самая моя любимая команда – та, в которой я выступаю.
Один из старожилов Волгаря Алексей Коломиченко в футболе 7 лет. Начинал играть в дворовых командах. Сегодня капитан белосиних. За всю футбольную карьеру, чего только не повидал. Ну, это было очень давно. Как бы еще на КФК играли мы. Ну, я за Смоленск играл. У нас в дороге автобус сломался, как бы. Пришлось, ну, ремонтировали его прям, как говорится, на месте. И пришлось ночевать в поле. Надежный, эмоциональный, темпераментный. Голкипер Волгаря Степан Сикач – оплот всей защитной линии. В этом сезоне он отстоял на 0-22 матча. Эта команда мне близкая. Близка по духу, близка, не знаю, я здесь комфортно себя очень чувствую. Я хочу в этой команде продолжать играть. А если эта команда будет забираться выше и выше по ступеням российского футбола, это будет для меня большое счастье. Ну и, конечно, Юрий Газаев – главный рулевой Волгаря. Человек тонкий, мудрый, способный заглядывать в глубины души. Для своих футболистов он и тренер, и старший товарищ, и хороший друг. Я за целый год ни в одном футболисте не разочаровался. Конечно, кто-то сегодня занимает позиции основных игроков, кто-то выходит меньше, да, но ни один футболист по отношению и по своему потенциалу, в общем-то, нету такого, которого, в общем-то, мы сказали бы, что мы в нем ошиблись. Именно я, как тренер, это болельщик может смотреть, кто-то выходит, не выходит, и, в общем-то, издалека иметь собственное мнение. Я считаю, что у нас есть ряд футболистов, на которых сегодня и премьер-лига обратила внимание. Есть ряд футболистов, которые, знаете, каждой ягоде своя пора, нужно просто дождаться, чтобы они выросли. Вот такие парни решали в этом сезоне главную для астраханского футбола задачу – вернуться в первый дивизион, став при этом настоящей командой, коллективом единомышленников и грозной силой для любого соперника. Эту задачу дружина Юрия Газаева выполнила. Перед заключительным матчем с дублем грозненского «Терека» Волгарь опережает «Черноморец» на 5 очков. И это значит, что «Белосиние» возвращаются в футбольную национальную лигу, пропустив лишь один сезон. Ну а финальную точку в зоне Юг астраханцы поставят с «Тереком-2» на Центральном 5 июня. Начало игры 18:30. Приходите болеть за наших. Всего вам доброго и будьте здоровы!